Итак, дорогие друзья, приветствую на канале. Сегодня мы очень коротко поговорим про такого героя, как Ириния. Я бы ее использовал, наверное, только на клановых битвах. Ну и нужно понимать, что основное ее назначение – это слияние на разина. В общем-то, мы ее сейчас ищем, находим. Как видим, как и у мучителя есть вот такой вот синий значок круговорот, такой вот голубоватый. Это указывает на то, что герой в первую очередь используется для слияния. Ну а навыки, потом. Острые когти. Атака по врагу с вероятностью 90%. Ну, при апе книжками будет 100%, яд 5%. Это могут делать очень многие герои в игре. И, в общем-то, не удивили, ничего уникального. Жуткое проклятие. Атака по всем врагам с вероятностью 75%. При апе 100% продлевает штрафы на целях на один ход. Перезарядка будет 4 хода. Кальвалок с основной атаки может продлевать яды. Поэтому здесь использование вот этих двух навыков на КБ, они что-то дают, но не так уж и много. И атака по врагу накладывает блок бонус. Ну, снедающее пламя, да, ну вроде как полезно. Иногда вот в цитадели магии где-то можно взять. Ну, в цитадели магии и другие герои могут это делать. Ну и аура увеличивает меткость союзников в подземельях на 70 единиц. Герой можно его кое-как пристроить, прикрутить, например, на дракона, я вот вижу, люди водят, ну, хотя это, не знаю, не самое интересное его применение. Опять же, за счет яда, за счет продлевания каких-то ядов, выжиганий, цитадель магии, да даже воины фракции тут как-то не впечатлили особо. Как видим, оценок практически 2000, только клановые битвы оценили, остальные режимы что-то и особо и не оценили. Не знаю, я бы его использовал только для слияния, но здесь можно пойти в таланты, теоретически. Если герой бьет один раз, можно взять ВДМ. Если герой может наносить какие-то яды, то можно взять вот боевые чары, они будут продлевать яд. Не знаю, можно даже по шмот поговорить. Если это герой атаки, ему нужна скорость, нужна та же атака, кричанс. Ну, если это ядовик-продлеватель, то, наверное, я бы ограничился только меткостью и скоростью. Но тут очень сложно что-то рекомендовать, потому что герой, по сути, проходной. Для тех, кто вот еще не в теме, смотрите, вы идете вот слияние, и Разин – это очень хороший герой, это один из немногих героев, который на постоянной основе здесь присутствует, но при этом это жирная легендарка. Вот что ему нужно. Мучителя нужно скормить. Нужно скормить вот эту Иринию, она должна быть 5 ранга, 50 уровня. Соответственно, все книжки, что вы сюда будете вливать, все время, которое вы потратите на прокачку талантов, это все плохо закончится в конечном итоге, вы просто просрете свои ресурсы. Ну, говорю как есть, по-честному. Потому что как продлеватель герой не идеальный. Вот вы в таверну идете, здесь улучшаете, улучшаете, и потом в конечном итоге качаете 50 уровень и сливаете. Говорю, потому что все, что вы сейчас этого героя вольете, он очень быстро перестанет быть играбельным, а вы ресурсы потратили. А сливать его все равно нужно будет, потому что Разин, ну, более интересный герой, тем более легендарка. Такое было мое мнение. Всем пока.